Венспилском парке высоких технологий в торжественной обстановке был подписан меморандум о развитии отрасли информационно-коммуникационных технологий в Венспилсе. В принципе, это означает, что в следующие 7 лет в эту отрасль будут вложены большие средства и планируется открыть новые предприятия. Эта отрасль расширится. Сейчас мы работаем над техническим проектом одного завода. Мы с тремя предпринимателями подаем проект на финансирование из фондов ЕС, чтобы в начале следующего года начать строительство. Так что прямо здесь, рядом с этим зданием, построят новое здание площадью 4000 квадратных метров. И три предприятия согласны начать здесь работать. Мероприятие открыли мэр Венспилса Айвар Лемберг и руководитель Венспилского парка высоких технологий Ивар Эглес, который подчеркнул, что Венспилс является единственным городом в Латвии, в котором за последние 7 лет число предприятий информационно-коммуникационных технологий выросло в 5 раз. Если в 2005 году в городе было зарегистрировано 12 предприятий, связанных с IT-технологиями, то в прошлом году их число достигло почти 60. Такой быстрый темп развития был обеспечен благодаря наличию следующих факторов – деятельность факультета информационных технологий Венспилсской высшей школы, вклад Венспилсского дигитального центра в образование взрослых, деятельность Венспилсского парка высоких технологий и его бизнес-инкубатора, а также активная и результативная работа города по привлечению инвесторов. Меморандум является подтверждением доброй воли к совместному сотрудничеству в целях развития отрасли информационно-коммуникационных технологий в Венспилсе, постепенно превращая его в город современных мудрых технологий. Все обстоятельства. Все обстоятельства сложились так удачно, как им нужно было сложиться. А далее все в наших руках. Сможем ли мы привлечь необходимое число заказчиков? Я уверен, что это получится. Это, конечно, большой комплимент для Венспилса. Чтобы IT-специалисты приехали работать из Риги в Венспилс, необходимы убедительные аргументы. Первый аргумент – инфраструктура города. Рига этого не может предложить семьям. Там нет такого предложения для детей. Качественное образование в школах и вне школы, образование по интересам, возможность проводить свободное время. У нас можно быстро и легко начать предпринимательскую деятельность. Мы быстро принимаем решения, если нужна поддержка предприятиям. Чтобы сделать Венспилс городом высоких технологий, необходимо выполнить намеченные задачи и разработать новую стратегию развития. Требуется новая стратегия в широком смысле этого слова. Развивать информационные технологии в Венспилсе так, чтобы он стал умным городом. В этом году запланирована разработка всеохватывающей Венспилсской стратегии развития области IT, в которой будут определены мероприятия в сферах образования, инфраструктуры и оказания услуг, которые будут осуществлены в течение ближайших 7 лет. В течение этого времени сотрудничать будут Венспилсское самоуправление, Венспилсский парк высоких технологий, бизнес-инкубатор, Венспилсская высшая школа, Латвийский университет, управление свободного порта и еще порядка 15 коммерсантов. Подписание меморандума и реализация определенных мероприятий даст толчок в повышении уровня доступности качественной рабочей силы, отвечающей требованиям индустрии. Причем рабочая сила готовилась уже заранее. Общее число студентов в Латвии снижается. По-другому не может быть. Я даже не могу сказать, почему число студентов, учащихся по специальности IT, не уменьшается. Как долго это будет продолжаться, неизвестно. Я надеюсь, что студенты продолжат к нам приходить. Число студентов уменьшается на других факультетах. Будущие 7 лет покажут, сможет ли Венспилс получить статус центра современных мудрых технологий, значимого на уровне стран Балтийского региона. Ирина Курганова, Гонда Порница, Инс Жодзинш, Курзамское телевидение.